В Десногорске много памятных и мемориальных мест, посвященных защитникам Смоленской земли. Не обошла стороной трагедия и сравнительно небольшие поселения на берегах Десны и Серебрянки. В годы Великой Отечественной войны деревня Серебрянка оказалась одним из участков на передовой линии фронта. И вот однажды мирный сон детишек прервало сообщение из Москвы. И сразу же в деревне стало тише. Фашист пришел без объявления войны. 5 марта 1942 года фашисты заживо сожгли почти все население маленькой деревушки, загнав стариков и детей в сарай. Людей, пытавшихся бежать, закололи штыками. Теперь о трагедии напоминает памятный знак и табличка со скорбной надписью на большом каменном валуне. Ежегодно в день памяти о той страшной трагедии, памятные дни, здесь проходят митинги, а представителями молодежных общественных объединений организуются субботники. Неравнодушные люди убирают территорию, прилегающую к памятному знаку, очищают его от загрязнений. В этот раз совместно с волонтерами участие в митинге приняли и прихожане храма «Всех скорбящих радость». А его настоятель, протоиерей Виталий Сладков, провел заупокойную литургию в память о невинно убиенных жителях. «Наше дело, живущих здесь, на Смоленской земле, всегда об этом помнить. И вот дай Бог в ответ на ваши усилия, которые вы сегодня здесь совершили, чтобы почтить память этих добрых людей, чтобы Господь и вам послал все доброе». В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили в знак уважения и скорби цветы и венки. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.